Всем привет! С вами Константин и компания «Стройгарант Анапа». Сегодня мы с вами находимся в коттеджном поселке Морской. И хочу представить вот этот прекрасный дом 106 квадратных метров. Он у нас еще пока в свободной продаже. Давайте посмотрим вместе на него снаружи и снутри. Поехали! Данный дом выполнен в светлых тонах и облицован короедом. Подчеркивает внешнюю отделку этот прекрасный навес, украшенный декоративной ковкой. Пройдемте внутрь. Встречает нас сразу хорошая прихожая площадью 2,7 квадратных метров. Далее проходим коридор, откуда можно попасть в спальню, санузел и кухню-гостиную. Спальня на первом этаже составляет 10 квадратных метров. В ней установлены все удобства – розетки, выход под радиаторы, под сплит-систему, под телевизор. Санузел выполнен в фиолетовом тонах и украшен декоративной плиткой. Кухня-гостиная тут у нас огромная, 27 квадратных метров, и отлично подходит для проведения семейных праздников. Отсюда можно выйти на прекрасную террасу квадратурой 24 квадратных метров. Здесь можно наблюдать за своим земельным участком, который составляет у нас 6,4 сотки. Также имеется подвал, который может послужить складским помещением. Лестница, ведущая на второй этаж, выполнена в черно-белых тонах. Второй этаж встречает нас большим коридором площадью 7,2 квадратных метра. Первая спальня имеет розовый оттенок, площадью которой составляет 11,8 квадратных метров. Вторая спальня имеет квадратуру 14 квадратных метров. В ней расположены розетки, выходы под радиаторы. Третья спальня имеет площадь 10 квадратных метров и имеет те же преимущества, что и другие спальни. Санузел на втором этаже составляет 4 квадратных метров, как и на первом этаже. Имеется принудительная вентиляция и освещение. Друзья, вот и посмотрели этот прекрасный дом 106 квадратных метров. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите нам ниже под видео, мы обязательно на них ответим. Или звоните в отдел продаж, бронируйте этот прекрасный дом. Почему он еще не доделан? Потому что мы не успеваем сделать дома, как их уже забирают. Поэтому будьте счастливым обладателем именно вот этого дома. Всем пока, до новых встреч!